На Пусанском кинофестивале с успехом прошел показ фильма «Схема» казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Картина была представлена в программе «Окно в азиатское кино», куда вошли 30 самых интересных лент региона. По мнению обозревателя корейского канала KBS, режиссера Шарипов передал с помощью простых для понимания символов историю детей, нуждающихся во внимании и защите. Еще одно издание Daylian отмечает, что казахстанский фильм держит зрителя в напряжении. Напомню, что «Схема» в этом году получила гран-при на Берлинском кинофестивале. В картине говорится об эксплуатации подростков, проблемах наркомании и алкоголизма. Для исполнителей главных ролей Виктории Романовой и Таира Свинцова это был дебют в кино. В Казахстане «Схема» вышла в прокат в апреле. Картину показали лишь в нескольких кинотеатрах. Если тема сложная и тема социальной направленности, что, конечно, это будет ограниченное число зрителей. И, к сожалению, хотелось бы, чтобы наш прокат, наша дистрибьюция внутри страны реорганизовалась и открыла свои двери для своих фильмов, прежде всего. А пока нам довольно сложно конкурировать с Голливудом, так как они заняли первые полки. И наши фильмы уже встают так, типа, последними в очереди.